С 20 по 21 апреля в Волгограде прошел масштабный турнир по греко-римской борьбе. Его участниками стали свыше 300 спортсменов. Борцы состязались в возрастных категориях 12-13 и 16-17 лет. Спортсмены на турнире представляли разные регионы России, в том числе недавно присоединенные субъекты. Данные соревнования являются традиционными для Волгограда. Турнир стал уже 9-м по счету. Состязания были посвящены памяти великих тренеров Волгоградской области.